Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, кубок Хилл Климп. Гонка. Так, у меня уже все готово, поехали. Первая передача. Ну что это, блин, за первая передача? Тихо. Давай. Отлично. Прекрасно. Я бы даже сказал, идеально. Все, ребят, первая позиция. По-другому и быть не могло. Без заносов. Да, конечно, без заносов. Когда мы вообще катались без заносов, скажи-ка мне. Да ты посмотри, что делает. А это белое раллийное авто. Он так и хочет меня обогнать. Но кишка тонка. Не справился он с нами. Что, всего две гонки было? Ох, нифига, ребята, посмотри, какой сундук нам выпал. 96 самоцветов. Так, ускоритель приземления, новые колеса на тягач и 55 тысяч монет. Восхитительные диверсии. Я попробую также на нашем суперкаре преодолеть. Это, наверное, было глупо и тупо, да, на самом деле-то. Да зачем же мне наверх-то? Ну ладно, блин, расподнялся. В плане бензин кончается. Фух, я еле успел, ребята, уже все там. Сам слышал, да? Пи-пи-пи. И даже я не понял, почему у меня так быстро закончился бензинчик. А ведь не долетим же, нет, конечно. Такой самый умный. А вот здесь долетели. Опа. Вот, ребята, наверное, из-за этого сейчас такой, скажем, оплошности нет, не проиграл. А мог бы. Мог бы проиграть. Восторг в парке. Что-то я, кстати, заметил, что в этих развлечениях у нас почему-то нету именно комнаты страха. Давай понизу. Блин, ну ладно, фиг с ним. Заехал, так заехал. И вот он, финиш. Отлично. Задание завершено, выиграйте 6 гонок. Так, ну что, 3000 кубков-то сегодня мы по любасику заберем, согласись. Крылья, стартовый ускоритель. А что у нас тут, маневр на супербайке? Это надо поменять, проехать 1700 метров. 1700 метров. Забытое шоссе. По-моему, это для нашей, да, тачки. Танки тут. Ну, понятно, тут лихач. Что я тут против лихача сделать смогу? Да ничего, наверное. Ё-моё, ты видал? Офигеть. Ау. Нас танк обогнал, ребят. А, так тут еще и одна гонка, ко всему прочему. Пускай он там летит наверх. Хе-хей. Застрял. Так, ну радоваться-то пока рано, потому что у нас тут... Давай, рычик. Поднажми. Есть. Прикинь. Ну, танк, конечно, тоже был хорош. Правда, он приехал фиг знает каким. Даже ролейка приехала вторым. Так, песок в купальнике. Песок в купальнике. Ну, я не знаю, тут, наверное... Давай попробуем на нашей ролейке проехаться. В
Вот что значит, ребят, без крыльев ехать. Эй, Рашид! Мне чуть-чуть буквально не хватило, а? Ладно, гонка покажет, кто лучший. Так, монетный ускоритель у нас стоит? Стоит. Да ну ты чё делаешь? Ну ё-моё, ну я же... Ай... Это было вообще, ребят... Это был отстой. Просто отстой. Я это вытяну, а вот... Вытянул этот Рашид, ты посмотри на него, а. А вот тут вот... Короче, полный фейл. Этот там сопротивляется, пытается заехать, но ничего не получается. Ребят, конечно, третье место. Даже вообще никакого места не получил. Взял, называется. Раллийное авто покататься. Вот и покатался. Сразу сфейлился. Давай. Я ненавижу воду, я возьму здесь. Кстати, надо было сцепление прокачать. Это была такая возможность. Ловкий. Ловкий едет на... На чем едет? Да, мы чуть-чуть не успели. Ладно, второе место. Он на формуле ехал. Хотя мне кто-то писал, что на формуле очень быстро заканчивается горючее. Ты посмотри. А, это ролика. Оу! Вот это был, ребята. Ну все, тут уже мне не догнать их. Получается. Трындец, последний, что ли? Ну конечно же. Врезался, называется, на всем скаку. Так что 3000 кубков мы сегодня будем. Да ты что ты? Все еще и проиграет сейчас, да? Ну, практически, ребята, это приравнивается к проигрышу. Хоть я и третьим еду, да? Ну, тут уже их не догнать. Третьим, как был, так третьим и остался. И опять я не вошел, ребята, вообще. На самый финиш, нормально. Мистический кубок. Поехали. Что-то у меня сегодня игра не заладил себе, не кажется так? Опять последним. Чё за дела, эй? Ну и что, что два дня не поиграл? И что, из-за этого все? Скилл растерял, что ли? Да быть такого не может. Что там у нас сзади? Спорткар, суперкар едет. Допустим, здесь у нас получилось. Первая гонка не особо, да? Супердизель, он мало того, что... Так. Угу. Ну, раз заехал, так фиг едь. Вот и нам повезло, то, что мы поверху прогнали. Так, буря пней.
Но буря пней, насколько я помню, это именно спуск вниз. По-моему, это именно тот уровень. Да. Ну, есть. Эту трассу-то я как раз и запомнил. Гора смерти. А что еще за гора смерти? Я не буду здесь ничего менять, потому что у меня здесь нормальные колеса. По сцеплению, по крайней мере. Да, первыми. Умудрились мы здесь первыми. Так, сколько здесь гонок? Три. Давай, радость, лети. Вот здесь бы, конечно, идеальное приземление. Вообще было бы топ. Что там, шапка улетела у нас? Шапка пускай летит. Главное, чтобы крышу не сорвало. А шапка пускай летит. Есть контакт. Ну что, здесь мы тоже нормально прокатились. И вершина мира. А почему вершина мира? Нам, наверное, придется наверх, да, заезжать. Все сбрасывают скорость, а Рэй ни шиша не сбрасывает. И из-за этого проиграем сейчас, блин. Да, четвертая позиция, последняя. Раздражает, конечно, но... Кстати, мы с тобой два сундука можем открыть. Так, Рэй, игроки-легенда... Мегуай случайно получили два лидера. В плане, почему случайно получили два лидера? А как они могли, интересно, случайно получить два лидера? Вот этот вопрос меня интересует. Блин, я забыл опять. Так, день гонок. Вот здесь вот как раз вот, ребят, когда в горку-то поднимаешься, очень важно сцепление. Кстати, в первой части, друзья мои, Hill Climb, я приобрел новую тачку, самую дорогую тачку. Это, как он назывался, престижный автомобиль или что там, или элитный. В общем, надо будет в ближайшее время запилякать серию. Протестить эту машину, потому что я ее только купил, но не тестил. Так, разворот, говорят. Смотри, 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 как втапливаем. Ой. Ну, слушай, нормально. И тут зашибись. И тут четенько. Так, здесь мы... Давай, 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 давай. Ну вот, вот, ребята, вам и идеальный пример, как нужно кататься. Плавные что там? Трюки? Как могут быть трюки плавными быть? Может быть, плавные круги? Блин, Кинг тут еще какой-то у нас появился. Такой же на суперкаре едет. Нет, моя тачка превосходная. Шпарит только шорох. Пляжный кубок, блин, пляжный кубок. Может быть, нам взять на пляжный кубок, а? Или считаешь, что не нужно? Да ладно, давай попробуем проехаться на этой дюне. И что тут проблема в том, что все вверх идет. Все гонки именно вот вверх, вверх и вверх.
Ты не вздумай перевернуться мне только. Слушай, ну тут хорошо. Не особо такие были мальчики на пляже. Не особо такие были покатые горы. Поэтому можно сказать, что нам повезло. Ну что это, ну? И здесь, кстати, тоже замечательно проехали. Фьюх, две гонки из трех. Если проходишь хорошо, то, соответственно, последний уже ничего не решает. В любом случае, победа будет за тобой. То есть, ну, первым местом ты будешь довольствоваться. Единственное, что хочется, ну, прям все, чтобы идеально было, да? Упс. Ну, что это такое? Едет там как таракан. Есть. Так, получаем детали, друзья мои. 30 штук. Это у нас для танка. Управление в воздухе. Муджигей. Муджигей. Вот вы вначале, ребята, разберитесь, а потом уже пишите. А то возьму нечаянно и удалю того, кто этого не заслужил. А потом будут на меня обижаться. Рэй, я, блин, вот играю, а меня удалили. А мне что говорить? А я удалю, потому что тебя сдали твои же соклановцы. Так что ли? Опа, ну понятно, понятно. Тут лихач так, конечно же. Как же тут с его супер полетом. Он же любит летать у нас. Лихачок-то. Так, Рэй, давай не тупи. Питупи. Как ЭМ-ка что-то делает. На прыгунках, что ли? Серьезно? Точно, ребят. Прикинь, как ЭМ-ка на прыгунках. Без прыгунков. Просто сделал без каких-либо прыгунков. У нас последняя гонка, это называется привидение. А я только спрашивал, где же у нас комната страхов? А вот она. Смотри, ККМ-ка опять не отстает. Ну, ё-моё, тут разогнался в конце, побежал. Но все равно, ребят, первое место за нами. Так, фабричный кубок у нас впереди. Ну, нормально. Фабричный кубок. Менять тачку не будем. Давай, родной. Топи, как ветер. Вот и все, первое место. Кто-то мне все говорил там. Понизь этот уровень ускорения. Там типа стрелочка вверх, стрелочка. Я не видел, ребят, где там уровень ускорения можно повысить. Нет там такого. Или я вообще невнимательный, или я слепой. Как тут стрелочками ты будешь повышать ускорение? Или плавность падения, что-то в этом роде. Ролейка, иди, кури бамбук. Что-то я так от ролейки отвык, если честно, ребят. И привык больше к суперкару. Ох, ё-моё, я думал, сейчас перевернусь. Ну что ты твою налево, блин, потерял скорость. Все, там начинается вот хандра. Есть. Есть контакт. Так, что там опять пишут? Что там написано? Подожди. Претендент, апаешь? Претендент-то в плане. Какой претендент еще? Я не знаю, о чем. Вот, где здесь, ребята, стрелочки вверх? Ну и где?
Вот. Я так понял, вот про это имели в виду. Нет, ребята, здесь. Вот оно что. Поменьше. То есть это получается, если затормозить в воздухе, спускаешься быстрее. А почему мне это убрать-то надо? Если я буду затормаживать в воздухе. Мне же нужно наоборот, ребята, чтобы я быстрее приземлялся, а не болтыхался в этом воздухе. Давай. Ну это трэш, конечно. Нас кто-то там обогнал, причем... Что? Что? Вот это вот... Параша нас обогнала? Серьезно? Я не знаю, какой там он чит или баг использует. Я знаю, ребят, я видел, что у него крылья, но все равно это не показатель того, что он должен нас был обогнать. Если, конечно, у него полет не прокачан там на сотку, чтобы он летел как птичка. Так, трасса Билла. Так, надо в магазин сходить. Ё-моё, время-то уже поздненько, 7 часов вечера. Какая же, ребята, жара стоит, а? Невозможно просто. Духотище. Да, первое место за нами. Так, кубок шахты. Ну, кубок шахты я, наверное, знаешь, что сделаю? Поеду на нашем... раллийном авто. Здесь бы, конечно, крылышки бы, да? Да куда ж ты так разгоняешься-то, ее красоте. Е. Был увлечен, ребята, этой гонкой, даже ничего не мог сказать. Узкие тоннели. Узкие тоннели. Кто там, опять лихач, что ли, едет? Ну да, собственно, персона это лихач. Че, ты самый умный, что ли, я не могу понять? А, лихач. Да, походу дела. Умнит, сбрасывает скорость где надо. В общем, все пытался сделать идеально, но ничегошеньки у него не получилось. Обогнать он меня не смог. А у меня уже дымище идет. Давай ты вниз уже падай. Как этот, да? Просто капотом все эти потолки пересчитал. Ага, лесной кубок. Это с бревнами. Слушай, по-моему, мы лесной кубок брали... Ай, ладно, давай на раллийном авто прокатимся. Или же вот на этом. Бревна и валуны. А что, я без магнита, что ли, еду? Нет, с магнитом. Юх, втопил. Смотри, как шикарно мы летим. И первое место за нами. Нет, супердизель хорош, но в то же время он такой как-то, я не знаю, медленным его назвать, но... Особенно, когда приземляется, это вообще какая-то труба просто. Не вздумай там упасть мне. Yeah. И последняя гонка. Летающее бревно.
байк. Просто взял и залетел. Блин, такое ощущение, что мы как будто... У нас крылья. Мы когда подлетаем в воздух, у нас такое, ну, я не знаю, плавное приземление. Что ж, прям тошно. Что, не взяли, что ли? Так, до 3000 кубков доходишь. Кстати, кто-то просил меня понизить. Вроде бы я понизил кубки на вступление в клан. Так, что там у нас? Ага, кубок Сумрачной долины. Давай, рейчик, есть. Причем все четыре тачки у нас были раллийные авто. Вот и соревнуйся, как говорится, с такими после этого, да? Трындец, аж прям. Ну, раз заехал, езжай. Трындец, блин. Понизу обогнал, прикинь. Ну, потому что я там в воздухе, блин, 3 часа зависал. Просто 3 часа в воздухе зависал. Так, ну здесь, по-моему, я вообще без... Как сказать, без конкурентов проехал. Да-да, друзья мои, 4000 кубков уже впереди. Так, 2000 монет забираем. Не очень, конечно, много, но тем не менее. Что там испытание? А, испытание на скоростных. Икла кальмар. Икла кальмар. Может быть, игра кальмар? Что-то вообще быстро. Только взлетел и уже, ребят, прилетел. Испытание мужества. Так, здесь вот не надо было, наверное, скорости набирать. Оп, тот там перевернулся, кстати. Да, он перевернулся. Как раз это икла кальмара. Икла. Или он хотел сказать «игра», либо он хотел написать «икра». Тут два варианта. Либо я совсем ничего не понимаю. Ух, изи. Обожаю такие короткие и быстрые гоночки. Так, ну что, Нагорный кубок. У обрыва. Заехал красавчик. Смотри, смотри, что тягач. Смотри, что тягач делает, ребят. Сейчас будет меня тут переплевывать, да? Или не будет переплевывать? Есть, вот прям на финиш-то мы и прилетели. Супостат ты несчастный с морковкой. Хе-хе-хе. Непростая поездка. Серьезно, что ли, прям? Пекси какой-то, ребят. Я не знаю, что за пекси. Но этот пекси отдыхает по сравнению со мной. Вот так вот. Пока он там будет наворачивать свои эти попытки залететь, мы уже в топчике. Так, что там у нас? Команда активировалась что-то. А где кочевник? Так. Я был спрайт. Что-то там, ребята, спрайт. А я был колой. Кубок претендентов. Гонка по амбару. Что-то я такой гонки не помню по амбару. Пора бы вспомнить.
Так, тихо-тихо, тут опасно, блин. Потолок же. Точно, ребята, гонка по амбару. Тут вокруг эти стояли домики, и мы прям по ним. Прыжок с парашютом с неподвижного объекта. Назовут же Назовут же они, ребята, эти трассы всякие, да? О, байк, байк, как всегда, ребят. Это кто у нас там? Принц? Ну, мне его тут не обогнать. К сожалению. Пусковая шахта. Ну, тебя-то тут еще не хватало, ну, ё-моё. На одних, ребят, монетах практически пролетел весь путь. Это было круто. Эх, 3000 кубков будут сейчас мои. Первые в этом месяце. Первые, честно, заработанные 3000 кубков, ребят. Ать, ну началось. Твою же налево, блин. Санта-Клаус, вали нафиг, а? Глаза мои тебя не видели больше. А то он едет тут, понимаешь ли. Изи. А это последняя гонка у нас или нет? Ну, я имею в виду до 3000 кубков. Или все-таки будет еще заезд? Чувак полетел. Опа. Не очень-то он удачно, конечно, приземлился, но тут есть еще противничек, вон. Котофей звать его. Что-то он запарил мне со своим этим. Не надо переворачиваться, блин. Да что ты, блин, дерьмо собачье делаешь-то? Подпрыгивает, блин, как придурок, зависает в воздухе. Меня вот это бесит просто. Давай вниз. Я-то думал... Давай, говорю, вниз. Ну ты понял, да, что я думал? Короче, откатываемся назад. Мне ждать теперь, пока бензин, блин, кончится. Ладно. Ждем. Да понял я, что лофуил. А что сделать-то? Видишь, перевернуло меня как. Жить. А, ну тут хотя бы я немножко отъехал. То есть, получается, я занял какое-то место, третье, видимо, да, там третье было место. Если бы я вообще полностью бы проиграл, то да, конечно же. Опять там байк едет. Кулебяка, блин. Ну, будем первыми мы сегодня или нет здесь? Как меня бесит, когда мою тачку вот так вот запрокидывают, ребят. Просто вымораживает. Естественно, все... А, тут одна гонка еще к тому же. Естественно, они все будут ехать по верхам. Ну, здесь первое место, отлично. Мотоцикл мы все-таки обогнали. Ну что я тебе могу сказать? Че, езда по ухабам? Езда по ухабам. Ухабистый путь. Я надеюсь, не погорячился я взял. Супердизель-то. Ну, вот эту трассу именно нормально мы проехали. Там еще и багги выпендривался, видел? И ехала сзади.
И это тоже нормально проехали. Шикарно. А вот под утесом, я боюсь, мы разобьемся. Да стой ты, блин. Или все-таки нормально? Слушай, отлично проехали. Да, было классно. Ну вот, друзья, забираем 30 самоцветов и 3000 кубков у нас взято. Так, команда. Рэй, когда будешь своим видео? Пока не знаю, ребят. Жара, весь потный, как-то, знаешь. Прихорашь, вот ты представляешь, ты сидишь, нервничаешь, тут жарище. Тут видишь еще в чем проблема, когда ты снимаешь на камеру, свет от окна падает и просто меня засветляет. Меня будет очень плохо видно. Вот, ну что, ребят. Ну давай, ладно, уже гоночку эту еще проедем. Попробуем заработать сундучки. И будем, наверное, закругляться на этом. Ну давай, еще не вздумай на самом начале гонки перевернуться мне. Просто мне надо в магазин. Я же говорил. Кушать хочется, а кушать нечего, ничего не куплено. Не вздумай. Блин, а знаешь, что я еще хочу? Только сейчас подумал. Мороженое, ребят. Точно. В такую жару мороженка. Ой, как пойдет. Ой, как пойдет замечательно мороженка. Еще с каким-нибудь холодненьким кваском. Нет, не с кваском, надо что-то... Что-то другое. Так, подожди, подожди, подожди. Нормально. Так, сколько мы с тобой заработали-то уже? Вот так вот, кстати, опасно было сейчас. Могли бы попасть в воду. Прыжки такие делать, необдуманные. Ну что значит необдуманно? Откуда я знал, что там, да, будет пропасть? Мне же не видно, что внизу находится. Поэтому вот летим, как летим. Давай сюда вниз. Твою налево, что тут происходит? Блин, с горючим, ребят, беда. Если я сейчас горючий где-то не найду, все. Давай, спускайся вниз, там он горючий впереди. Взял, успел. Успел я взять горючку. Успел я взять горючку. Хотя она мне... Нет, нужна. Оу, оу, щет. Все, ребят. Но, тем не менее, я, по-моему, рекорд поставил здесь. На этой трассе у меня новый рекорд. Вот так вот. Я сам себя копирую, ладно, походу, да. Кто меня копирует? Копирует. Так, ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!